3. Никита опять играет левую какую-то схему. Это левая схема. Они 5 сразу? Да. Не люблю этого жеста. Даже так сразу жестко. Да, Никита, я согласен, ты скучный же отмутин. А у тебя же бан. Король H8, все нормально. Ну да. Король H8, и все плохо. Кто вот сейчас точно угадает оценку Делфи, тому шоколадка. А всем пофиг на оценку Делфи. Плюс 3. 1,4. Тебе не шоколадка. А мне шоколадка? Ты еще не сказал. Я плюс 3 сказал. Нет, вы тухлые. Плюс 5? На тот момент был 1,27. Никто бы из вас не угадал. 1,27 именно, вот это... Да. Видимо, если чересчур пессимистически оценивать. Смотрите, какой слон на D8. Ай, короб. Нормальный украинский пацан. Нормальный вообще, да? То есть ты хочешь сказать, что все украинцы вообще какие-то? Нет. Я не расист. Ну так и что ты говоришь по украинцам с этим идиотским планом? Ой-ой-ой, как неприятно. Ты что ли обманываешь? Можно сдаться. Я уже сдался давно. Никит, сыграй что-нибудь. Что? Латышские. Ты издеваешься? Только не в тактику с Платоном. Ты чё? То есть, в тактику можно, но там должна быть хотя бы неясная позиция. Они ж бан сразу просто безнадёжен. Ну господи, как мне ненавижу эту схему. А, то есть пешку нужно на g2 отдавать, да? Угу. Да, если Делфи пишет минус 1, не верю, на самом деле теорис. Делфи 0 пишет. Ну здесь белый большой перевес. Ну просто иногда люди так играют в лист, когда им совсем уж нечего делать. Не, просто вот так в классику раз сыграли и проиграли по 2-15. Так а что такое? Вариант-то тухлый абсолютно. Он тухлый, если знать когда. Да он тухлый по-любому. Что? Он тухлый по-любому. Видно же, что у белых инициатива очень мощная. Угу. А после ферзя 4 у белых был жбан. Да не было там никакого жбана. Ты же говоришь, не верь Делфи, когда 4, ладья b1, ничего нет. На a6 всегда можно на c7 сдать. Правда. Делфи? Ну, Делфи это... Да нет, нормальная программа, но... Не вообще блиц с движками вообще нельзя смотреть, это ужасно. Почему? Ну, потому что люди, даже нормальные шахматисты ошибаются каждым вторым ходом. То есть. Вот, например, посмотри этот мемориал этого. Мемориал Петросяна по блицу, который во время матча Интернера шел. Там у людей за 2800 с плюс 4 на минус 4 за 2 хода оценка менялась. Ну, в принципе, я тебе дал уже как-то играть как-то, ну, так. На 2 заманчиво, да?
Очень. Ну да, сразу я не проиграл. Проиграю постепенно. Очень. Заманчиво возможности. Да ешь на одно. Кирилл. Да это... Ну на два это так это... Я вот думаю, если действительно взять. Что там будет? Так, вообще не смотрите в мешок, что за два, блин. Никакой адекватный человек не пойдет так. Давай я рискну. Давай, ты адекватный человек. Так не честно, я думал, ты адекватный. Почему? Почему я думал, что ты адекватный? Так можно побить. В данной позиции никак. Да. Я начал выгадать, что ли? О боже. Только не верь. Так, сейчас я уже должен где-то находить какой-то красивый выигрыш в данных, да? Так, а где красивый выигрыш? Так. Кстати, Никит, между ферзь c2 а3 побеждал, а6 точнее. Отстаньте за дежурку. Нет. Что нет? Нет, да. Нет. Да, нет. Ну побеждала ведь? Наверное, побеждала, не знаю. Сейчас я жду, пока Кирилл там скажет оценку проходить. Ох, как подкрутил. Вообще это проигрывать, наверное. Ну я ж подкрутил. Я вообще проиграть хочу. Ну что будет, если я возьму? Учи версию проиграть Катеньку, учи версию проиграть Катеньку, учи версию проиграть Катеньку, учи версию проиграть Катеньку. Все поняли, что ты хочешь, чтобы я зевнул мат в один ход? Даже не честно, ты ж... Если честно, когда я ходил, то я не видел, что это мат в один ход. Но потом, когда я увидел, ты еще думаю, я надеюсь, что ты зевнешь. А сейчас, как бы, ну, я уже позицию прозевал. Да, тухленький эндшпилечек. Называется «Сбивай флажочек». Ой, а вот это совсем тухленький. Я думаю, я успею. Если не залагаю, конечно. Колдуй, Платоша, колдуй. Что за... Ой. Угу. Привет. Здорово.